Привет всем, друзья! Во все времена рождались таланты, художники и писатели, которые обладали особым духовным зрением. В их произведениях, будь то картины или книги, события часто предвосхищали свое возникновение. Одним из таких писателей был Карлос Кастанеда. Многие из вас знакомы с его произведениями, большинство из которых стали пророческими. Сегодня обстановка в мире такова, что нам вновь пришлось вспомнить пророчество Кастанеды, подтвержденное видениями его последователей и документально зафиксированное. Это пророчество при условии своего исполнения в ближайшие годы изменит мир настолько, что его сложно будет узнать. Одно из главенствующих звеньев мировой цепи будет окончательно разрушено. На Земле возникнет новый миропорядок, и жизнь трети людей на планете буквально начнется заново. Но давайте обо всем по порядку. В своих интервью Кастанеда объяснил, что близок к мистицизму, как никто другой. И именно поэтому так точно может объяснить то, что скрыто или проявляется редко в жизни обычных людей. Кем же тогда на самом деле был писатель Кастанеда, выделявший из общей массы так называемых людей знания? Из биографии гения известно, что большую часть своей жизни он держал в строжайшем секрете, уничтожая личные фотографии и записи, сжигая зачем-то личные вещи. Во время своих лекций он запрещал фото- и видеосъемку, а также использование диктофона во время интервью. Казалось бы, зачем тогда вообще соглашаться на беседы с журналистами? Но у мэтра литературы был на это свой ответ. Оказывается, личная история фиксирует образ человека и лишает его свободы. Уничтожая за собой факты из прошлого, вы фактически его лишаетесь, а значит, можете в любую минуту начать новую жизнь, и карма прошлого не сможет замедлить этот процесс перехода или изменить будущую жизнь. Потрясающим фактом на этом фоне кажется и тот, что при жизни Кастанеда не раз объявлялся мертвым. На сегодня нам известна последняя дата такого события. Великого мистика не стало 27 апреля 1998 года. Более того, неизвестна и точная дата его рождения, так как соответствующих документов нет вообще. Все, что мы сегодня знаем о Карлосе, известно лишь с его слов и ничем не подтверждено. Как такое может быть в современном мире? Чем это объяснить? Стоит только догадываться. Тем интереснее становится загадочная личность и слова Карлоса Кастанеды о будущем. О них мы сегодня и поговорим. Существует утверждение о том, что Карлос знал год своего ухода – 1998. Именно поэтому в последние годы жизни трудился, не покладая рук, успев выпустить до 1997-го 8 книг-бестселлеров. Он не спал даже ночами, ускоряясь с каждым годом, будто бы исполняя возложенную на него кем-то миссию. В день он мог принять до 4 групп последователей, по несколько часов разговаривая с каждой из них. Доподлинно известно, что Карлос Кастанеда имел врожденный дар видеть осознанные сновидения, которыми научился управлять настолько, что создал для себя вторую реальность. В ней он путешествовал в абсолютной энергетической реальности и открыл способ видения будущего, который доступен каждому. При этом сам осознанный сон он считал лишь дверью туда, непостижимое, которое находится в фантасмагорическом мире, то есть воображаемом. Чтобы увидеть больше, нужно миновать этот мир, и для этого есть специальные техники. Существует версия самих слушателей Кастанеды о том, почему он так активизировал свою деятельность в 90-е годы. На лекциях ученый все чаще говорил о неком видении, которое приходило ему за гранью осознанных снов. Он просил группы трудиться над собой, чтобы открыть полную силу сознания каждого отдельного человека, чтобы каждый сам за пределом осознанного сна мог увидеть то будущее, которое видел он. Будучи признанным и знаменитым на родине в США, он хотел проверить свои ощущения и на примере других людей получить подтверждение тому, что видел сам. Однажды Регина Тал, женщина из группы Кастанеды, явилась к нему с ответом, рассказав о своем опыте перехода через осознанный сон. Карлос после беседы с ней озвучил шокирующее пророчество о будущем только после того, как получил ему подтверждение.
Регина рассказала в подробностях то, что видел он сам. Видение то было о глобальном катаклизме, который приведет к полному исчезновению США с лица Земли, а также многих других городов и государств. Видение о том, какое событие станет этому причиной. Кастанеда видел, как ломаются здания, и все, что было создано руками человека, погружается в глубину океана. Волны, масштабы которых сложно описать, поглощают скульптуры и пастбища. Им нет начала и конца. Сейчас существует мнение, что все эти картины есть не что иное, как падение США. Но не в прямом, а в переносном смысле. Якобы ситуация в политике и экономике США такова, что непременно приведет в дальнейшем к распаду штатов. Но ведь Кастанеда не видел ничего подобного, а конкретно говорил о погружении в пучину волн. Еще несколько лет назад мы думали, что такое невозможно, но если вы следите за нашими роликами, не далее, чем полгода назад один современный провидец рассказал видение о неких ядерных испытаниях, которые пройдут в Штатах. По его словам, испытание кажется неудачным, и от своих же действий людям той и близлежащей местности придется несладко. Якобы никому из недружественных штатам стран даже не придется проявлять себя, чтобы навредить. Оно сложится как-то само собой, вероятно, не без поддержки высших сил. С таким в истории сталкивались нечасто, поэтому мир сможет наблюдать множество удивительных перемен вокруг, в случае, если это произойдет. Зная о таких пророчествах, успокаивают слова афонских старцев, большинство из которых говорили, что второго потопа не будет. Однако из-за того события, которое еще называют огненным градом, не исключено повышение температуры на планете, что, несомненно, ускорит таяние ледников. По местам много прогнозов делал Эдгар Кейси. Он даже назвал место спасения в Западной Сибири. Но то, что очень много территорий рядом с водой будут в опасности затопления, говорил не только он, но и многие другие пророки, о которых уже есть видео на канале. Карлос Кастанеда озвучивал свои пророчества среди высокопоставленных лиц, но, как известно, был подвергнут критике и нападкам извне. Никто, а особенно те, кто считает Америку своей родиной, не принял всерьез то, о чем кричал им писатель и мистик Кастанеда. В то время, перед самым уходом из жизни, видения о будущем усилились и предупредили о неотвратимости приближающихся событий. Сегодня мы можем лишь гадать, сбудутся его пророчества или нет. Но со всей уверенностью уже сегодня можно сказать, что возможно все. А вы что думаете о пророчествах мистика Кастанеды? Верите ли в то, что уже в ближайшее время наш мир изменится до неузнаваемости? Пишите свои мысли в комментариях, и если понравился этот ролик, не пожалейте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми смотреть ролики о будущем. Спасибо за просмотр. До новых встреч!